Добрый день. У нас в нашей машине возникла проблема. Перегорел один из фонариков, который освещает номер регистрационный. Поскольку машина уже у нас немножко старая, то мы решили обновить оба фонарика, чтобы потом мне уже туда не залазить. И для экономии электроэнергии, как бы и для разгрузки энергосистемы автомобиля было принято решение поставить фонарики вместо обычных лампочек LED. У нас есть такой вот комплект, купленный в интернет-магазине. Вот, утверждается, что он подходит на Seat, Volkswagen и Audi. И стоит он как бы недорого, по-моему, 11 или 12 евро. И сегодня мы должны устранить нашу неисправность, потому что без освещения ездить нельзя. Ну и плюс это, как вы знаете, лишний повод вас остановить на дороге на проверку. Такое счастье никому не надо. Вот, мы имеем крепеж. 4 оцинкованных винтика. Пайка вроде бы нормальная. Есть резиновая прокладочка. Вот. Раз, два, три. Светодиодика там впаяна. Ну, посмотрим, конечно. Надеюсь, что она подойдет. Будет работать как надо. Сейчас переместимся на улицу. Значит, у нас не работает по правой стороне один светильник. Будем сейчас его снимать и смотреть, насколько оно ремонтопригодное с улицы. Или все-таки придется разбирать всю заднюю панель багажника. Как там немцы говорят, и клапы. Наверное, надо выключить свет. Аккуратно поддеваем ножиком. Вот, где-то там должны быть лепестки. Надеюсь, вам выйдет так. Ага. Вот такая у нас есть штука. По нему видно, что ему стало очень плохо, хуже всех практически. И мы теперь оценим наш заменитель. Похоже, что шанс у него есть. Кстати, почему-то здесь не было резинки, может, она там осталась. Сейчас мы посмотрим. Да, резинка стоит здесь. Не знаю, возможно, получится поставить двойное уплотнение. Значит так, у нас имеется небольшой выступ с этой стороны. И на оригинале тут тоже небольшой выступ. Но он намного уже. Так, будем считать, что выступом вверх. Так, ставим резинку и пытаемся вставить. Такая поза. Так, вытираем насухо вот эту вот штуку во избежание, потому что у нас на улице зима, идет дождь, одежда. Чтобы оно там не ржавело лишний раз. Заправляем, вставляем.
поставили. А теперь похоже, что оно на двух резинках выглядит немножко толстовато. Ну не знаю, сейчас мы проверим работоспособность. Нажмем габариты, включим и посмотрим, засветится или нет. Да, это не теплый ламповый свет, но главное, что он работает. Окей. Можно продолжать. Значит, мы вкрутили новые винтики. Они немножко, саморезы чуть-чуть длиннее, чем оригинальные. Наверное, в расчете на то, что там резинка еще одна будет стоять. И поскольку оно светит белым цветом, придется поменять и вторую, чтобы уже обе были на светодиодах и одинаково ярко белым цветом светом горели. Сейчас мы ее открутим одну, потом вторую. Острый режущий предмет. Так, тут по чуть-чуть, чтобы не сломалось. Пытаемся оторвать. Так, жесткость. По сути, оно держится там на разжимных контактах. То есть огромного усилия там нет. Но никто не знает, как оно повернется. Так. Вот тут наш усик, который надо вытащить. Вот здесь прошел. Видите, да? По затемнению видно, что уже этому тоже недолго осталось по фону работать, потому что уже подкопчена эта лампа. Можно ее отдать только в музей Поля Чудес. По состоянию контакта внутри видно, что машина уже не свежая. Тут на контактах немного есть. Или правильно сказать, окисло. Но еще контакт есть. Тут уже немножко начинает подгнивать, но еще надеюсь, что несколько лет проходит. Помню, да, выступом, вот этим выступом мы вверх. Заводим одну сторону, указательным пальцем поджимаем контакт и засовываем на посадочное место. А потом саморезами плавно наживим. Сильно не затягиваем, потому что все-таки это пластиковый плафон, он может треснуть. Мы его наживили, сейчас я немножко подтяну. Вскочило. Раз, два, три. Без фанатизма. Так, визуально контролируем, чтобы не было щелей. Так. Чтобы наша вода не затекала туда. Ну и включаем, проверяем, насколько у нас все получилось.
Итак, мы видим, что светит, не светит, греет, не греет. А здесь что-то пошло не так. Какой-то из контактов, очевидно, не работает. О, работает. Два фонарика. Отлично.